Озвучено проектом Шаурма Студиос. Текст читал Шаурма. Ну и кто-то еще. В конце в субтитрах посмотрите. Так, что ты тут делаешь? Выглядишь слишком безобидно для этого места. Оу, я тут не один. Я... Ох, нет. Я же оставил своих друзей с Найтмером. Идем. Окей. Хоррор. Рад встрече. Знаешь, босс тебя хотел в банду позвать. Ништяк. Я прям вождь, стрёмно рожа. Ах ты ж ком... Эй, пожалуйста, не обижай эту версию меня. Чего? Он выбрался? Да ну нафиг. Мне мои кости еще нужны. И по возможности, целыми. Круто. Легко отделались. Эй, ты как? Прости, что ушел. Ничего. Мне интересно, что за ужас сотворил твой новый друг? Если они вот так разбегаются все враги, это странно. Не знаю, но он за хороших. Исчерпывающий ответ. Хе. Ладно, слышь, а куда Эрон подевался? Эй, глючный, ты как? Было бы проще, если бы можно было его убить. Этот говнюк знает, что если я стану его убивать, мы ведь лишимся половины эмоций. Конечно, можно постараться измотать его. Но это займет много времени. Нет, это слишком долго. Слишком. Надеюсь, они не сильно ранят братика. Волнуешься за него? Ты не понимаешь, он неплохой. Просто им завладели темные эмоции. Хм. А есть способ вернуть его в изначальную форму? Ах, не думаю. Да, невеселая у вас тут ситуация. Хотя, если подумать... Это че еще за персонаж, а? Привет. Что-то не припомню такого солнца. Вау, да? Ох, мы не встречались раньше, но я уже кое-что про тебя знаю. Черный скелет, синие полосы. Ты убийца, и за это приходится платить. Но у тебя такие милые друзья. Не хотелось бы их расстраивать. Они знают? Какие мы смелые. Но знаешь, это просто очередной санс. Пусть и посильнее других. Всем вам нравится строить из себя особенных героев. Но дело в том, что в итоге ваша самоуверенность приводит вас к одному финалу. Тупой крюк, я тебе не по зубам. А единственный, кто мог сражаться со мной на равных, уже умер. А теперь прочь с дороги. Мне нужно выбить всю дурь из этого слизняка. Все же. Я знаю, что этого парня убить мало. Но послушай. Можно ведь попытаться решить проблему по-другому, договориться или заставить его сотрудничать. Наивный идиот. У тебя просто нет фантазии. Фантазии? Ха. А ведь, если бы можно было найти способ вернуть Найтмара в его изначальное состояние, а он же добычок был, вроде три. Ну же, чё застыл? Или уже готов признать поражение? Но как? Нужно найти способ воздействовать на эту черную гадость. Но я даже не знаю, что это такое. Точно! Инк же мог создавать всякие штуки, вкладывая в них магические способности. Кажется, он просто придумывал их. Значит, стоит попробовать. Эрор? Что... что ты задумал? Сейчас увидишь. Либо у меня все получится, либо это будет очень забавное зрелище. Хорош болтать! Серьезно? Ты пытаешься попасть с такого расстояния? Лучше спайся. Просто признай это. Эрор, ты не всесилен. Даже у тебя есть предел. Предел есть!
моего терпения! Придурок! Что ты натворил? Интересно, это сработает? Что? Что это? Эй, ему очень плохо и больно! Эрр, что ты с ним сделал? Ты же убьешь его! Заткнись, идиот! Убери! Убери это! Я отдам тебе воспоминания! Все, все, что захочешь! Найт! Братишка! Найт! О, звезды! Живой! Ты жив! Все! Все будет хорошо! Ты меня так-то помогал! Теперь все будет в порядке! Мы вернемся в нашу альтернативную вселенную! Как будто ничего и не было. Так, Дрим, хватай своего брата и валим отсюда. Это красное небо меня бесит. Эй, еще раз спасибо. Приятно было познакомиться. И еще, я в долгу у тебя за спасение. Если хочешь потусить или надрать чей-то зад, звони. Хорошо. Кстати, откуда ты? И тебя ведь Сансом звать, да? Ага. А насчет АУ? Я путешественник. Прыгаю из одной вселенной в другую. Это довольно увлекательно. О, ясно. Ладно. Еще увидимся. Пока. Эй, ты ведь никого там не прикончил, пока меня не было? Эй, успокойся. Если я с тобой говорю, очевидно, что я жив. И даже цел, в отличие от вчерашнего. Ага, так, ты не соизволишь забрать меня отсюда? Эй, хорош ругаться, кто из нас двоих умеет создавать порталы? Да, все работает, твои апгрейды это нечто. О, открылся, спасибо. Рад, что тебя не поймали. Ничего, мне интересно, что за ужасы творил твой новый друг, если они... Блин, боже мой. А теперь прочь с дороги, мне нужно выбить... Что такое? Если бы можно было найти вернуть способ, блин, боже мой. Если бы можно было найти способ, ведь... Если бы можно было найти способ вернуть Найтмара в его на изначальный план.